В этом году более 650 семей станут счастливыми обладателями сертификатов по программе «Молодой семье. Доступное жилье». И это только в Тольятти. Первые семьи уже получили сертификаты. В бюджете города на это заложено 132 миллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году социальные выплаты на жилье получили всего 200 семей. Мы на самом деле стояли в очереди недолго. Почти год. Буквально заскочили в последний вагон, потому что 6 февраля мне исполнилось 36 лет, и мы уже потеряли надежду. И узнали, что наш губернатор и глава города выделили дополнительные средства на сертификаты. Мы им очень благодарны. Спасибо большое. Мы встали на очередь в августе 2012 года. Хотели бы выразить огромную благодарность губернатору нашей Самарской области и главе городского округа Тольятти. Помогли нам получение нашего сертификата. На сегодняшний день в Тольятти насчитывается более 5500 очередников. Выплаты по программе для нашего города вопрос непростой. Однако, благодаря общим усилиям объемы финансирования на 2020 год удалось увеличить. Самарская область получила вдвое больше средств на решение этой проблемы, чем в прошлом году.